В Магадане стартовала вторая смена летней оздоровительной кампании детей. Из-за пандемии она проходит в онлайн-режиме. Несмотря на непривычный формат, организаторы предусмотрели насыщенную программу для ребят от 7 до 17 лет. Всего в столице Колымы второй сменой охвачены 15 площадок, которые размещаются в том числе на базе спортивных организаций и учреждений дополнительного образования. У нас есть группы в WhatsApp. И с родителями, и с ребятишками. И мы очень много записываем видеосюжетов, обсуждаем их. У нас есть отрядные какие-то мероприятия, конкурсы. Также мы общаемся аудиозаписями, то есть ребята могут высказывать свое мнение. Мы можем подводить таким образом итоги мини-конкурсов. Помимо этого, на Колыма Плюс у нас идут целые сюжеты. И ребята, мне кажется, всем нравится, потому что когда мы выходим в Zoom на видеоконференцию, мы потом обсуждаем, где они были. В планах властей было вовлечь в работу площадок второй смены около 150 ребят. Набрали более 1300 человек. Родители по первой смене убедились, что это безальтернативный сегодня вид отдыха. С ними работают педагоги, они читают то, что надо, смотрят в интернете то, что надо, занимаются развивающими программами. Они тоже утверждены Министерством образования Магаданской области. Они это время находятся под контролем, они получают сухие пайки, очень неплохие. Всего за период проведения второй смены летней оздоровительной кампании онлайн-отдыхом в регионе будут охвачены более 2500 ребят.